Лариса! Вы что, меня не слышите? Да вы ко мне обращаетесь. Мужчина, у вас есть прикурить? Лариса! Владимир. Галина. Что? Никаких имен. А зачем вы мне тогда свое назвали? Это не имя, это пароль. Как мы договаривались. Смотрите внимательно. Ох, не... Хорошо, мне им понравилось. А зачем это было? Ну, чтобы вы убедились, что на мне нет прослушки. Я вообще об этом не думал. Ну, тогда действительно неудобно. Давайте к делу. Я извиняюсь, вы бы не могли вернуться ко мне, а то не слышно ничего. Вы что? Вас не должны видеть вместе. А же ж мы тогда в центре города встретились. А не где-то на пустыре. Какой пустырь? У меня новые туфли. А у вас это... траур и чуть-чуть веселье, чешу? У меня антракт. А. Я начинаю второй акт, давайте быстрее. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы моего мужа... А что сделал? Моего мужа. Я понял, я не по этим делам, я по женщинам. Я не в смысле, а в смысле... В чем разница? Как же это объяснить вашим плебейским языком? А, я хочу, чтобы вы его шлепнули. А, просто шлепнул? Не надо! Нет! Так скажите прямо уже, что ж... Нельзя прямо. О, давайте я вам намеками объясню, давайте. Да что происходит? Ну давайте. Значит так, у меня есть муж, и у меня в гардеробе очень много черных вещей, и мне их некуда носить. Понятно? Да, вы не останавливаетесь, подсказывайте. Хорошо. Я актриса, играю в труппе, и хочу, чтобы мой муж тоже был в труппе, но с одной буквой «П». Понятно? Угу. Еще одну подсказку и все. Господи, да что-то непонятного. Я хочу пострадать. Хочу прийти к соседу, сказать, у меня табуреток не хватает, а люди пришли. Дайте, пожалуйста, понимаете. Я вроде понимаю, но я ничего не слышу. Что вы говорите? Что вы делаете? Что вы говорите? Держите дистанцию. Я извиняюсь, да что? Господи, остановите, стоп! Меню, меню. Что? Перейди меню, перейди. А, меню? Я хочу, чтобы вы сделали из моего мужа третья страница, пятое блюдо сверху. Крем-брюле? Какое крем-брюле? Откуда крем-брюле? Что это такое? Они же... О, они поменяли меню! Официант, принесите старое меню! Как они могли, как посмели? Вы что, выучили все меню? Конечно, я готовилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, мы просто его уже выбросили. Вот старое меню. Ой, спасибо. Вы готовы сделать заказ? Вот именно, я делаю заказ. Заказ. Я хочу... Так, третья страница. Вот, пятое блюдо сверху. Бифштекс. Бифштекс. Прекрасный выбор. Значит, бифштекс вам и вашему другу. Какому другу? Вы что, я его впервые вижу. Кто вы такой, мужчина? Извините, я просто видела, как вы общались. Мы не общались. Ладно. Может, будут какие-то пожелания к блюду? Да. Я хочу бифштекс из одного барана. Прекрасный выбор. У нас как раз есть молодой барашек. А зачем молодой? Молодой не надо. Я хочу из барана, которому 42 года. Извините, но бараны столько не живут. Вот. Бараны столько не живут. Теперь вам понятно. Да, теперь понятно. Вам бифштекс, мне крем-брюле. Вы что, тупой? Что? Вы что, тупой? Что вы опять шепчете? Остановите! Стоп! Я хочу, чтобы вы убили моего мужа. Вы Галина? Я Лариса. Вы это... Вы принесли фото объекта? Господи. Конечно, нет, это очень опасно. Угу. И что, как дальше быть?
А давайте я вам его опишу. Задавайте вопросы. Давайте. Он высокий или низкий? Когда как? Это как? Ну, когда сидит он низкий, когда встает высокий. Это мне поможет, так. Что по одежде? Свитер с двумя молниями. В этот день будет? Всегда. А еще он заправляет бриджи в сапоги. Он сумел заправить бриджи в сапоги? Теперь вы понимаете, почему я хочу его убить. Возьмите салфетку, это папа ставит на салфетку. Я вам его нарисовала. У него голова больше, чем туловище? Нет. Три волосины на голове? Да нет, конечно, больше. А глаза — это две точки, да? Но я не умею рисовать. Это я понял. Тихо, на вас смотрят. Кто? Ладно. Что? 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 Вы меня только что позвали? Иди, не звал я вас. Что? Да что, что? Ну вы меня только что точно позвали. Да не звал! Да что же вы меня зовете? Я воду открываю! И что, из-за этого меня надо было звать? Лариса. Лариса. Лариса! Это все, Лариса, господи, я забыла. Что? Вы мне можете дать более конкретную информацию о вашем муже? Конечно. Переверните. Что, мир? Переверните салфетку. И что? Там, смотрите, там его ник в игру в танчике. Зачем? Я хочу, чтобы вы вначале убили его там. Но почему? Я хочу, чтобы он мучился. Слушай, дайте мне его настоящее имя, пожалуйста. Нет! Нельзя! Нельзя! Я вам могу настучать азбукой Морзе. Давайте! Вы знаете азбуку Морзе? А у меня есть выбор? Давайте. Так, ага. Моего мужа зовут... Ну, я не знаю. Да, вам что-то подсказать? Что вы пришли? Нет, ничего не надо! Мама его мужа зовут... Да, вы меня звали? Да что ж это такое? Что же вы мешаете мне сидеть, ждать? Уйдите. Слушайте, давайте я вам по-другому намекну. Намеками, как его зовут. Давайте. Значит так. Его зовут как Сергей, только не как Сергей. Это как? Среднее между Михаилом и Ярославом. Мирослав? Нет, ну запомните третью букву. Третью, да все, запомните. Короче, мне надоело, я ухожу, у меня еще одна встреча. Стоп, остановитесь. Что? Напишите, сколько нужно денег, я заплачу. Пишите на салфеточке, мне тихонечко передавайте, давайте. Что происходит? Пишите. Не стесняйтесь. Что вы сделали? Я перепутала действия местами. Так, просто... все, я пошел. Стоп, не уходите, я вам заплачу любую сумму. И у меня есть условие. Что условие? После того, как вы убьете моего мужа, вы должны будете сделать мне ребенка. Это зачем? Ну я же одну жизнь отбираю, другую должна подарить. Девушка, сходите в ЗАГС и разведитесь, пожалуйста. Нет, я ходила в суд. И что? Что они меня не понимают. А я их понимаю. Да. Ну давайте обсудим все-таки. Да я говорю, это очень просто. Что? Вы стоите здесь. Хорошо. Подходите. Жора. Я извиняюсь, у меня просто затянулась предыдущая встреча. Без проблем. Это она! Кто она? Кто он? Кто вы такие? Здравствуй!
Привет, дорогая. Привет, дорогой. Какие у тебя дела с этим мужчиной? Ты что, никаких дел? А у тебя какие дела вообще с этим мужчиной? Никакие, я пришел что в ресторан. Что ты пришел? Я что? Пришел заказать крем-брюле. Какой? У них новое меню? Откуда ты знаешь, что у них было старое меню? А ты откуда знаешь? А я что? Официант, крем-брюле, пожалуйста.